Привет, друзья! С вами компания Прогресс Авто, город Тула. Сегодня для вас обзор вот такого модернизированного трактора Kubota Asti A13. Мечта большинства частных пользователей, максимально маневренный, легкий трактор с дизельным трехцилиндровым двигателем на постоянном полном приводе и с установленной фронтальной погрузочной установкой, или КУН, как их называют. Вот такой малыш стоит у нас в городе Тула по адресу на Московское шоссе 28. Трактор оснащен уже в российских условиях трехточечной системой навесного оборудования. Вот видим, да, универсальная трехточка, то есть любые навесные орудия подойдут без проблем. И фронтальной установкой. Грузоподъемность фронтальной установки благодаря мощным цилиндрам более 250 килограмм. Вот. Единственное, вес трактора навряд ли без утяжелителей навряд ли позволит поднимать такой вес. Но путем утяжелителей можно справиться и с ним. По резине у нас тут есть явные растрескивания, но эти растрескивания на известном нам, на резине известного бренда Bridgestone. То есть проработают они дольше, чем новые, без трещин китайские. Вот тут сзади у нас тоже сильно потрескалось по протектору. Но это не снижает ресурсы резины Bridgestone. По наработке у нас 713 моточасов. Повторюсь, трехцилиндровый дизельный агрегат со свечами накала, естественно, с водяным охлаждением. Вот такой двухвекторный гидрораспределитель установлен, который поможет вам грузить грузы, перевозить эти грузы, сыпучие, твердые, и максимально эффективно использовать трактор с любым из навесных орудий. Вот такой малыш ждет вас в городе Тула по адресу улица на Московское шоссе, дом 28. Приезжайте за вашим помощником. Всем пока, с вами компания Прогресс Авто.